Всем привет, друзья! Продолжаем проходить Resident Evil 2 ремейк на режиме хардкор. Компания The Clair. Что ж, ну без всяких аннотаций к предыдущей серии мы просто сразу берем и спускаемся в главную шахту. Это финишная прямая. Финишная. Внимание, запущена программа самоуничтожения. Немедленно воспользоваться центральным лифтом и спуститься на нижнюю станцию. Значит, финишная прямая сейчас начнется, обратный отсчет времени именно в игре Resident Evil. А у нас обратный отсчет начнется только тогда, когда мы... Ну, он начнется, но не факт, что мы с первого раза убьем главного босса. Поэтому, возможно, нам придется играть еще больше 10 минут. Так, сейчас я посмотрю, что я набрал. Ну, вот это, наверное, я зря взял. Дурак. Клэр? Да. Спасибо, что была так добра ко мне, что помогла. Я рада, что ты, что встретила тебя. Я тоже рада, что встретила тебя, Шерри. Но оставим благодарность. Сначала давай выберемся отсюда. Так, вот. Друзья. Мне вот... кажется, я поторопился с лентой. Так, ну ничего, пойдемте. Это что? И ножа нет. Так. Связь с Леоном не будет, да? Ну, не будет, так не будет. А, во, посмотрите, есть ящичек. Ящичек есть, значит, мы сейчас быстренько. Сюда мы положим только спрей, вот. Только спрей. Хотя, с другой стороны, знаете, я думаю... Не стоит вообще здесь ничего уже брать, потому что мы возьмем спрей со своего ящика, экономить на них мы не будем. Только если у нас сейчас будет много боев, и нам еще придется драться с кем-нибудь, но я не помню. Не, но компанию The Clair в режиме А, то есть компания А, и да еще и на хардкоре я не проходил. Поэтому здесь может быть все, что угодно. Давайте я сохранюсь, да, теперь нечего экономить это все. Или сохранюсь на свободное место. Ну что ж, выкидываем ленту. Берем. А даже давайте. Смесь трав и погнали. Давай. Шерри, родненькая, давай быстренько. 10 минут до взрыва. Вот и пошел отсчет. Сейчас она будет подниматься. Шерри, беги. А Шерри бежит. Так. Ни на кого не смотрим. Просто бежим. Брать траву, конечно же, нам ее некуда. Ну ничего, это... Первое прохождение перед боссом. Если не получится пройти, то что-нибудь посмотрим, как можно изменить конфигурацию нашего инвентаря, чтобы было, может быть, или лекарств много. Так, это что? Ну, знаете, 120 патронов, 125, можно сказать, да, там. Здесь 119, там 5. Я думаю, этого вполне достаточно. Ну ничего, заперто. Ну конечно, заперто. Жди здесь. Шерри, что ты? Кажется, это можно открыть с другой стороны. Отлично. Отлично, друзья. Вот уже первый еще один прокол. Черт, только вас тут не хватало. Десять минут до взрыва. Девять.
Так. Так. Вот они, друзья. Они падают, если их уничтожить частично, вот эти вот пузырики. Ай, можно было не стрелять. Погнали, погнали, Клэр. Давай, Шерис, сзади за нами. Сейчас. Давай. Раз. Ну вот, вот. Прилег друг наш сердечный. Так, давай, давай. Шерри, как ты там? Я прямо за тобой. Молодец. Кажется, мы почти добрались. 8 минут до взрыва. Клэр, может, это поможет? Может, можно попробовать. Так. Ну вот, вот он. Вот наш поезд. Поезд, на котором мы заканчиваем прохождение данной игры. Ну, я говорю в целом о компании А на Хардкоре. Так. Вот, ну, вот он, друг. Сколько дадут патронов? 400 патронов. Ага, вот, вот таким вот методом. Придется тратить много времени, потому что невнимательность. Так, погнали, давай, давай, давай. Что мы выкинем? Ну, давай хранить этот пока, да? Не знаю, будет ли действовать эта электропушка на главный босс, на главного босса. Надо, может быть, испытать, просто попробовать. Так, давай, давай, кое родненько, быстренько. У нас еще есть... У нас еще есть 7 минут. Что ты делаешь? Нужно запустить этот поезд. Жди меня здесь, договорились? Хорошо. Никуда не уйду, обещаю. Good. А, молодец. Будь осторожна. Конечно. Так. 7 минут до взрыва. 7 минут до взрыва и... И еще один такой интересный нюанс. Я его не знаю. Соответственно, и я его хочу посмотреть. А какой нюанс? А вот можно ли? Можно ли заходить в ящик? Так, ладно. В ящик, если босс. Что-то получилось, хорошо, заработало, отлично. Клэр, что? Леон? Ты тоже здесь? Да, но все здание рушится. Слушай, тебе надо убираться, быстро. Знаю, я нашла выход. Думаю, у нас все получится. Ты где сейчас? Клэр, ты еще там? Леон? Извини, связь прерывается. Обо мне не волнуйся. Уходи отсюда. Леон? Леон? Черт. Ну вот. Что ж, поехали. Поехали, сейчас будет наш друг. Семь минут до взрыва. И наш друган. Почему ты никак не сдохнешь? Вот-вот, я задержался немного. Надо по-другому немножко играть. Но ничего, у меня есть возможность бегать вокруг поезда. Давай, Клэр. Так. Он очень агрессивный. Он меня не любит. Так. Это мой мальчик. Ой. Еще один раз он меня... стопорнул. Так. Вот он сейчас будет
бежать очень сильно. И вот он очень сильно поранил меня. Ага, вопрос о том, что ну, будут ли ящики, можно ли их будет открыть. Я уже отвечаю, нет, открыть нельзя. Так, где он? Где он? Ой, мой мать. Давай. Сейчас он прыгнет. Ой, боже мой. Он прямо на меня. Но вы знаете, это хорошо. Хорошо вот. Я во всяком случае понял, как играть. Потому что, ну, попробую. Потому что я слишком много зацикливался на нем и не отходил во многих местах. Так, что я? Почему я лоханулся? И, во-первых, я не знаю, лучше вот это вот хранить, да, а взять кислотные боеприпасы, да, потому что я убрал пушку. Теперь вот это вот потребуется? Не знаю. Поэтому две ячейки оставляем. Спрей достаем. Не знаю, что мне потребуется. Может быть, я сейчас зря это сделал. Десять минут до взрыва. Ну вот о чем я вам и говорил. Вот если в игре это 10 минут до взрыва, то у меня это может растянуться на целый час игры. Потому что босс, я... Ну, может быть, не сложный, просто надо механику знать. Все-таки он мне нанес 3 удара, ну 2 это уж точно в простой ситуации, когда я мог отбежать. Так, давай, Шерри, родненькая, давай. Ну вот, конечно, заперто. Давай. Жду. О, а может где есть этот? Мистер Друг Енот? Ну не похоже. Ага. Так. Так, отлично. Еще одна. Они не такие сложные. Они вот и все. Здесь сложности не составляет труда, да? Голову прямо. Так, итого у нас 97 патронов плюс 9 мощных патронов. Отлично. Шерри, как ты там? Ну, понятно, она бежит сзади, она будет бегать, пока я опять не умру, потом опять будет бегать, потом опять я умру, и она будет бегать. И так по кругу. Я взял 2 спрея. А с другой стороны, вообще, какая разница, 2 спрея я взял или 3 спрея я взял? И вообще, спрей ли я брал? Потому что. Вот и все. Говорить не о чем. Потому что это конец игры. Давай. Неплохо бы было бы сохраниться там. Так, что ты делаешь? Ну, что я делаю? Я опять иду умирать. Так, вот здесь вот бы сохраниться. Но сохранялочки здесь, как я понимаю, нету. Я не помню. Так, ну здесь есть только вот эта вот штука. Ой, надеюсь, ее мне позволят взять. Так, быстренько пропускаем. Отлично, мы ее берем. Ну что ж, 400 патронов, 400. Их мне не хватило на нормальной сложности. Так, вот в прошлый раз меня здесь цапнули. В этот раз я
выжил. 7 минут еще есть. Так, вот, отходим. Просто стреляем по нему. Бежит, но нам он не страшен. Мы спрятались. 6 минут. Так, друзья, хочу попробовать такую вещь. Ай. Так, ладно. Получится. Я даже не знаю, ну, что произошло, действует ли это. Беги. Так. Так. Не, ну вот по этой реакции, судя по всему, кислота первых действует на него. А я промазал. Я сейчас просто достреляю в него кислоту. Так. Ну а теперь патроны. Мне хватит ли вообще патронов? Вот он бежит. Меня он зацепит? Нет, не зацепил. Так, Дебликвер, отбегай. Ой, интересно, если по нему вообще стрелять. Если по нему стрелять, не по этой штуке. Так, один раз. Сколько же надо? Меня патронов не хватит так. Отлично, что я отбежал. Отбегаем.
сколько же ему надо? Так, 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 так. У меня нет патронов. У меня нет патронов. Патрон. Ой-ой-ой-ой-ой. Так. Что надо сделать? Он до сих пор, и он живой. Так, что надо сделать? Вот теперь проблема, да, я теперь не знаю, что делать. Так. У меня еще есть два патрона. У меня нет патронов. Все. 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 Все, друзья, нет патронов. Все. Так. Патронов нету. Вот и не прошли. А в него надо много стрелять. Очень много. Так, геймпад нажался. Так, значит. Убираем. Просто уберем. Хранить. Хранить. Это нам поможет? Без понятия. Будет два этих. Так. У нас нет патронов здесь. Кислотный достаем. Хранить. Так, спрей достать. Так, есть теперь у нас. Так, и что еще нам можно взять? Не знаю, какой мощнее. Вот этот пистолет. Но у него патроны повышенной мощности есть. А это нам потребуется. Ну, я нет, я все, я больше не буду. Продолжаем пробовать так же. Да. Все, давай, Клэр, бежим быстренько, потому что, чтобы все патроны выстрелить, нам надо будет много времени. Так. Так. Есть. А я... Нет, спрей взял. Два спрея. Может быть, придется потом спрей один выкинуть, если не пройдем сейчас опять. Потому что мне не очень нравится ситуация. Давай, 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 Клэр. Клэр, быстренько. Ага, заперто. Давай. Держусь. Так. Геймпад мешает. Так. God damn it, your tone sucks.
есть. Один. Да что ж ты будешь делать? Ну давай, убери эту руку. Так. Есть. Это что? Этот раз. Два. Три. Ну все, все, сейчас шире откроет. Спасибо. Спасибо, подруга. Бежим. Да ты просто умница, Шерри. Мы отличная команда. Он упадет? Да хер он упадет. Шерри, как ты там? Я бегу сзади опять за тобой. Молодец, кажется, мы уже здесь бежали. Да, Клэр, мы тут уже 5 раз пробегали. Ничего, еще пробежим. 6. Так, все, времени нету. Я хотел посмотреть, может, здесь мой друг, мистер Енот. 8 минут до взрыва. Собираешься делать, собираюсь идти еще один раз и проиграть. Так. Так, давай, давай. Так, так. Быстренько. Ну что ж, начнем опять с этого. Это ничего страшного. Просто пробуем стрелять. Вот по этой штуке его. Исключительно по ней. Вот, зацепил, зацепил. Раз. Не то. Главное, чтобы он... А почему? Я успел. Успел. Ну, я же успел. Ё-моё. Ну, сейчас опять проиграю. Я здесь? Здесь? Просто отбежать подальше, потому что и ствол. Ай-яй-яй-яй. Клэр, Клэр, у нас есть еще один раз возможность пораниться, но не более. Вот даже не хочу стрелять перед ним, когда он лезет. Ага. Промазал, друг. Блин, 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 вот надо отбегать было подальше. Бежим. Вот, вот, вот это вот. Все. Одна уничтожена. Просто даже не смотрим, что происходит. Ну вот, вот. Вот это надо было ожидать. Так, когда он падает в угол, когда он спрыгивает, мы отбегаем. Отбегаем в другой угол. Потому что он будет ускоряться и бежать на нас. Когда он наверх падает, мы один выстрел, например, там гранатомета, и убегаем.
Блин, опять я. Так. Значит, храним. 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 Спрей берем. И что я беру еще? И беру еще кислотные боеприпасы. Да, будем поступать таким методом. Потому что все движения, они у него, ну, предсказуемы. Но мне это что-то не помогает. Шерри, давай. Ну вот. Ой, блин, все. У меня нечего не вставить, ничего. Давай, съешь меня, съешь, давай. Не дай дождать тебя босса. Так, еще одна неудачная попытка. Так, секундочку. Так, поехали. Очередной раз достаю, убираю ленту, убираю это, световую, гранату убираю, спрей и кислотные боеприпасы. Все, погнали. Десять минут пошли, и мы побежали. Ты беги. Здесь не успеет осознать. Быстренько уже здесь. Уже на автомате знаем, куда бежать. Инвентарь чуть побольше бы, наверное, где-то я сумку потерял просто. Конечно, заперто. Давай. Жди здесь. Кажется, я уже открывал эту дверь. О, зацепился. Еще один убит. А, успеет? Не успела. Ну блин, ну ё-моё. Ну почему так? Эти щупальца тупые. Ну чё, поел? Поел? Гандон. Продолжаем. Попытка номер 5, наверное, или 6 уже. Так, убираем ленту, убираем это, убираем гранаты. Так, я знаю, что я сделаю. Чтоб не париться. Чтобы не париться, друзья, я возьму гранату. Я возьму ее. Так, а что еще я беру? Кислотные боеприпасы. Все, попытка номер 6, наверное, где-то так. Бежим. В очередной раз на этот лифт. Привет, Шерри, это вновь я. 10 минут до взрыва, спасибо.
спасибо, что ты переводишь стрелки обратно же на 10. Беги, Шерри, очередной раз. Этот поднимается, этот тоже. И вот мы выходим. Трава у дома до сих пор растет. Какие знакомые места, как приятно в них вернуться. Давай, давай, Клэр, давай. Так, заперто. Шерри, что ты? Я открывал эту дверь уже 5 раз. Так. Ну, ну, разворот. Ну вот, теперь он не дойдет, даже если я и стрелять в него не буду. Теперь даже париться не буду. Получилось. Чё ж ты в прошлый раз, Шерри? Ты просто умница, Шерри. Блин, офигеть, какая умница. Мы отличная команда, конечно. Команда то, что надо. Так, так, я все енотов этих смотрю. Давай. Череп пробили. Труп получили. Не везет им. Они сначала умерли как люди, потом умерли как зомби. 8 минут. Что у нас здесь? У нас есть местечко. Так, идем, идем, идем. 8 минут до взрыва. Что ты делаешь? А, опять иду. Так. Придерживаемся стратегии. Он на крыше, патрон всадили в него и бежим. Столько времени в игры играю, а все не привык переключать оружие на 1, 2, 3, 4. И вот за этого, может быть, могут возникнуть проблемы. Так, один это и 4. 4 гранатомета. Я его сразу возьму. Да, гранатометик-то. Вот, смотрите. Опа! Вот он. Он упал. Почему ты не сдохнешь? Потому что, блин, не сдохнешь. Вот это вот сюда, вот сюда. Отлично, вот тоже хорошо. Ну вот, вот это вот. Давай, 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 родненькая. Давай. Блин, вот дурак. Внимание. Внимание. Соседи опять сверлят наверху. Меня опять сверлят внизу. Так. Вот главное, чтобы он не бежал сейчас. Все. Он не бежит. Я стреляю по его пузику. Пузику. Так, мы теперь ждем. Вот, вот, смотрите. Вот сейчас мы посмотрим, куда он будет прыгать. Он прыгает на крышу. Я беру. Вот. Вот это мне и надо было. Повернись, повернись, мой родненький друг. Давай, 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 давай. Иди сюда, я тебя люблю. Мы. Так, это заряжено. Иди сюда, я здесь. Попал, попал, попал. Давай, 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 только на меня не прыгай. Не прыгай, мой друган. Мать, моя женщина, он прыгнул на меня. Так, не получится. 4. Есть, 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 есть. Вот, вот это вот не надо.
4, 4 перезаряжаем. Кислотный патрончик, он тяжелый, польется. Три. Ты куда? Я здесь. Ну, отлично. Так, теперь мы бежим. И он будет думать, куда прыгнуть. Он прыгает на крышу. Вот. Я теперь сюда. Вот. Теперь еще раз. Прямо в сердце. На поражение. Что же ты медлишь? Этой мишенью. Вот. Так, повернись. Личико покажи, вычитай. Вот, еще. Свеженько. На, еще. Ой, прямо отлично. Давай. Ага. Вот. Получится у него? Получится выйти. Получится. Так, еще 3 минуты. 3 минуты. Вот это вот самое страшное. И он пошел мимо. Так, давай. Так, а что у нас есть еще? У нас есть кислотный заряд. Пистолетик, ладно. Вот. Ой, молодец. Ой, он даже чуть не зацепил меня. Так, успели. Нет времени уже стрелять только по нему. Так, сейчас мы выбрать. Сейчас он спрыгнет, а я вот в курсе. Еще немножко. Еще чуть-чуть. Вот сейчас вот. Не получилось. Так. Есть, добили, черт возьми, наконец-то.
О, это было тяжело. Сколько мяса на шашлык пойдет. Так, Клэр. Все хорошо. Я с тобой. Уходим отсюда. Да, но это не концовка игры. Точно, еще же, наверное, будет босс. Чем хочешь заняться, как только мы отсюда выберемся? Вот купить. Здорово, потому что мне срочно нужно выпить. Да. Правда? Все так плохо? Уф, да уж. Клэр! Леон! Как же я рада тебя видеть. Я же говорил, что мы выживем. Говорил. Ну вот, видимо, последний финальный босс, который должен был пожирать поезд, появится после следующего прохождения за Леона, наверное, Б на хардкоре, ну, либо не на хардкоре. В общем, надо два раза пройти за разных персонажей, чтобы увидеть финальный босс. Ну что ж, подводя, наверное, итог, игра получилась отличной. Это то самое, что мы ждали все. А те, кто не знаком с серией, я думаю, и тем понравится игра, потому что она действительно суперская. Если сравнивать разные режимы, то, конечно, сложный режим, он был легче, чем если бы я сразу начинал с него проходить, да, потому что, проходя на нормальном режиме, а потом на хардкоре, то многие секреты уже известны. Где-то убегаешь от зомби, знаешь, где куда идти приблизительно, вот, поэтому это упрощает прохождение, но, ну, не знаю, вот, наверное, такие слова, которые я хотел сказать. В общем, в целом игра мне очень понравилась, я ее еще продолжу проходить на сложности хардкор за Клэр, за Леона, но это уже будет не для записи, скорее всего, да. На этом я свою запись Resident Evil заканчиваю. Возможно, кто-то это посмотрит, кому-то может понравиться. В общем, если кто-то досмотрел до финальных титров эту игру, то подписывайтесь, значит, вам понравилось мое прохождение. Это мое первое прохождение на YouTube. Дальше будет еще много игр. Вот. Поэтому всем спасибо. Наверное, на этом надо заканчивать. Пропустим. Или все-таки здесь будет босс? Может быть, я зря? Зря я, может быть, что-то. Нет, не зря. Не зря. Это покажется только при втором прохождении. Ну вот, хардкор. Клэр Редфилд. 7 часов 32 минуты. Б. Ну, за S рангом я никогда не стремилась. Я понимаю, что есть это для многих это прямо смысл. Мне главное получить удовольствие от первого прохождения, там, от второго, ну, либо на хардкоре потом перепройти. Мне это нравится. Может быть, я выбью все достижения, да, сейчас дадутся какие-нибудь пушки бесконечные, либо другие какие-нибудь костюмчики, и я попрохожу так для себя. В уголочке засяду, налью себе кофейку. Пройду немного данную игру. Вот, еще раз. Ну, на этом, что ж, спасибо,
кто смотрел, мне очень приятно, что кому-то, может быть, понравилось данное видео. Вот, до новых встреч. Я еще буду записывать. Смотрите, следите за новостями. Будет много интересного. Буду проходить как старые игры, так и новые. Ну, новые только те, которые вот хочется прям проходить. Да. Поэтому всем спасибо. На этом я заканчиваю видео. Здоровья вам и хорошего настроения.